Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я подготовила для вас рецепт замечательной омолаживающей маски, от которой ваша кожа будет просто пищать от восторга. И эта маска хорошо питает, увлажняет и тонизирует кожу. И, конечно же, она здорово подтягивает и разглаживает все морщины, заломы и складки. И чтобы сделать эту сильную омолаживающую маску, необходимо взять 1 чайную ложку измельченных овсяных хлопьев, 1 чайную ложку кукурузного крахмала. А про омолаживающие свойства этого средства я подробно расписала в своем блоге. И ссылку на эту статью я оставлю в комментариях и в описании под видео. Далее добавляем сюда 1 чайную ложку отвара фенхеля и 1 чайную ложку масла, которое подходит вашему типу кожи. Я сегодня использую свое любимое конопляное масло, у которого замечательные омолаживающие свойства. Перемешайте все компоненты до получения однородной консистенции. Но если маска у вас получится слишком густой, то добавьте в нее еще немного отвара фенхеля. Например, сегодня мне понадобилось добавить буквально еще 3 капли, чтобы маска была приятной и нужной мне консистенции. И потом нанесите эту маску на очищенную кожу лица, шеи и декольте. И под глаза эту маску также можно наносить. Оставьте эту маску на коже на 20 минут, а затем смойте ее чуть теплой водой, протрите кожу отваром фенхеля и нанесите свой базовый увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 раза в неделю. Но если ваша кожа нуждается в более интенсивном восстановлении, то ее можно делать через день. И, пожалуйста, не забудьте перед первым применением новой для вас маски сделать тест на аллергию на сгибы локтя. И этим правилом я вам не советую пренебрегать.